Всем привет, с вами Дмитрий и Артур, мы продолжаем проходить Saints Row The Third, и я вижу, коллектаблы там. В смысле? Коллектаблы там. Для чего они? Как в GTA дают все оружие? Ну, фиг его знает, не для чего. Сколько денег, 1000. Ну ладно. Так, что у нас за миссия есть? У нас, насколько я видел, две миссии на выбор есть. Пирс и... И Кинзи. Да. Ну, Кинзи? Давай любой выбирай. Good, it's you. Yes, it's me. And? Sorry, was reading. More crimes attributed to the Deckers have been popping up. Anything we can use? Possibly, I... Oh, that's not good. What? What isn't good? We'll need another person. Maybe Shandi. Meet me at Smiling Jack's Diner. Kinsey? Shit. А тебе миллиметражи идут, когда я рядом еду с машинами? Не-не, только когда я еду. Вот это тупо. Ну, это как сказать. Any other assholes need put down? Жалко, ты не вылетел. О, какая машинка. Ну вот, мне теперь надо пересаживаться. Да, придется. Так. И классика так и сыграла. Офигенски. Но. Да блин. Фига себе, здание 10 тысяч стоит. 10 тысяч? Ну-ка, у меня такие сейчас деньги есть? Да, есть. Денег много, значит, приносит. Ну, относительно. Сколько, сейчас посмотрим. 1000 в час. Ну, что это много? За 10 часов откупится. Хорошо, хоть не настоящий. А интересно, сколько тут один час длится? Не знаю, надо посмотреть, сколько мы игрового мнения сыграли, и посмотреть, сколько мы реального времени сыграли. Все, там ничего не делаешь, я заезжаю в миссию. Да, заезжай. Опять этот динер. Кафешка. Ну, только она уже наконец-то сидит наверху. Неплохо, танцы. Kilbane Pryor. Thanks for being here, Eddie. My pleasure, Jane. And please call me Kilbane. Very well. Kilbane. Просто зовите меня Kilbane. No, no. Jane, my dear, please. The Saints are criminals. Call me eccentric, but I'm just an entertainer slash businessman slash philanthropist slash... We get it. Where are they? No idea. They're broadcasting from an undisclosed location. We'll fucking disclose it! I might be able to triangulate where they're shooting if you go to the broadcast towers and... We're on it. Пипец. Ну и как это будет выглядеть? Как машина. Еще с нами Шаунди? Или Шанди? Или как это? Ехать-то куда? А, вон, все. 400 метров. О, какой он... Мне обязательно быть с тобой? Не. Тогда я выпрыгну где-нибудь. Нет, не здесь. Здесь нечего брать. Моцик забавный белый был. Да, ну мы проехали. Чё стоят там? А, мы уже приехали. Давай ты рули. We're here, Kinsey. What's next? I sent you coordinates to several radio towers. Head to the first one and let me know when you've landed. Ой. Ну, все нормально. А, сидит. Мне даже делать ничего не надо. Могу просто как снимать видео, вертеть камерой. Блин, я оружие не могу вытащить. Ну, это да.
Мне, честно, не страшно так сидеть на, ну, вертолете. Вот они так же сбоку. Сидят постоянно. Ну, вот если, конечно, я бы вот так вот летел бы. Ну да, влево, вправо, в бок так. Вот так вот немного стрёмно. Приземляйся. Хотя военно, например, же цепляет. А, стоп, ты прилетел уже? Ну да. У нас время типа тикает. Там кто-то стреляет по нами. Тогда я выпрыгиваю. Кто-то умер. Ну, браток не умеет открывать парашют. А прыгнул за мной. That's mental. She wouldn't do that. You sure about that? Well, now I'm not going to be able to sleep tonight. Thanks. Give me a bit to place this thing. Ну, я разместил передатчик, вроде как. Сейчас устанавливаешь его. Садись в вертолет. Главное, музыка. Где Шаунди? О, она внизу. Застряла на лестнице. Подлети к ней. Она села уже. Чуть она стреляет. Психопат. Блин. Давай, короче, так, тормозись возле крыши, над крышей, я с парашютом. Прикольное здание. Сейчас, погоди. Сейчас еще немножко. Ну давай. По-моему, ты вообще не туда прыгнул. Приземлился на здание или промахнулся уже? Я приземляюсь. Я, правда, бросил одного из братков. Я не знаю, где она. Она что, вниз спрыгнула? Блин. Я не знаю, где она. Она умерла? Она прыгнула за мной, но не на здание, а куда-то вниз туда. Ну, долго летела, если честно. Я попробовал прыгнуть за ней, но не успел. А, ладно, давай без экспериментов. Ой. Я, по-моему, липучкой прилепил. А, нет, нормально все. На Шаунди прилепи. Где музыка? Видишь, этот чувак рассказывает что-то. Пока он рассказывает, музыки не будет. У меня уже музыка все нормально играет. Да, ну ладно. А какой чувак вообще? Мне никто ничего не рассказывал. Ой. Блин, нужно было взять этот самолет. Какой? Быстрый. Так нельзя же. Ниже. Чувак, ты не... Да, он спускает довольно быстро. Ну ладно. Прыжок веры. Блин, смотри, Шаунди опять упала. Она за мной прыгает, я же говорю. А, я промахнулся. Зачем было приземляться на этой площадке, если наверх надо лезть? Не знаю. А я знаю. Потому что это такой геймплей интересный. Где они? Блин, я упал куда-то вниз. А, не, нормально. Скорее всего, они здесь. Подлети на вертолете наверх, если можешь. Сейчас.
А ты уже там? Угу. О, осторожно, осторожно. А где Шаунди? Она лестница опять застряла? Ой, скорее всего. Да в жопу Шаунди. Ах, блин, ее убьют. Она вдруг сейчас прыгнет с здания. Просто подлетит к ней, она сядет чудным образом. Не угробь нас. Она уже сидит. А, отлично. Телефургон. А, я его вижу. Блин, как он долго спускается. Легче спрыгнуть, но она умрет тогда. Но мы ее оживим. Другой вопрос, что надо нам за ним лететь или нет. Нацельтесь? В смысле нацельтесь? Ну я не знаю, просто, наверное, лететь надо рядом с ним. Или целиться, и правда надо. Ну я ладно, целюсь. Да чё он? Сейчас накопится. Как он прикольно ездит. Отправляйтесь на интервью. Чё она стреляет? Ей бесит все. При том, что она по домам стреляет. Listen up, you tubby wad of goo! I'm sorry, do you have a question for me? Yeah, I'm gonna march down there and step on your bloody throat! Perhaps Liz has gone just a bit too far. I'm not sure that's a question either. It sounds more like a threat. I don't make threats, mate. I make promises. Okay, we need to... Ooh! Someone talked to a washed-up wrestler. This looks like the place. Clear him out. Что мы? Quiet ish. Все, наконец-то я вышел из дебильного. Пошел в жопу, пошел в жопу, пошел. Налетался. That was enjoyable. Where the hell is Kilbane? Bet that reporter knows. Let's ask. We gotta get through them first. Ой, тут так много. Да. Но они слабенькие какие-то. Правда, вот эти тетки. Да чё такой большой разлет пуль? Да апгрейдить будет оружие. Ужасно. Вообще-то лифт там уже открыт, по идее. Ну, в общем-то, да. Но нам надо... Всех убить. Да, уничтожить дейкеров. I slaughter all challengers. Ой, кто это там с ракетницей меня? Стоп, можно ракетницу взять у него? Да, ракетница. Кто там? Стоп, это же здесь было. You look good. Where's Kilbane? He mentioned heading north. You're not after me about the interview, are you? Back in the bird. We're going after Kilbane. Let's put a bullet in that son of a bitch. Нифига она. Пошла она в жопу. Каратистка. Но ее взять нельзя было. У нас времени мало. I'll get you above him. Just keep it steady so I get a shot. Make it count, love. Поймайте Килбейна. Вон он едет. Вряд ли мы поймаем его. Ну, было бы слишком быстрое завершение бы главных. Ты, похоже, не играл в игры, которые длятся 3 часа.
Gotcha. Вот не повезло. Я не был за рулем, я не... Что за обман? Странно, странно. Долго она целилась, если честно. You all right? I had him. I know, it's not your fault. Something weird happened. Oh shit. Мэтт Миллер, кто это такой? Синий, наверное, тот. О, мы получили вертолет. Зачем мне вертолет, если у меня тяжелый вертолет? Бред какой-то. И где? О, это можно продать здание какое-то. На перегонки. Тысячи. Да. Деньги не пришли. 13 тысяч всего. Братки, бред. Ударь. Скидки. Я смотрю, скидки. Ударь его, да. Как я его ударю? Я не его бью, по-моему, тебя бью. Вот ужас. Ну, вроде как. Вроде он умер уже. Там скидки в магазинах, бонус по часовой оплате. Интересно, что бы сказали бы в полицейском участке, если бы узнали, что кто-то убил гражданина, выстрелив ему в лицо 42 раза? Даже не знаю. Так, сохранение произошло. Что там за миссия теперь? Кинзи, обучающий компьютер. Ну давай. Сейчас. Что выбрать? Ну смотри, там сват ходит, этот, вон этот чувак. Военный. Да, я видел. I need something to stop them. I finished my analysis of the Deckers network and infrastructure and determined the needed processing power and hardware requirements for accessing their mainframe. Патрончиков бы купить. Но уже поздно. Ну ладно. Идиоты, блин. I mean, makes sense, right? I've seen your place before, Kinsey. Где хоть одна оточила? Дурацкая песня? Микс 107.77. 3000 кило... О боже мой. Я откинусь. В смысле? 3000? А, километров? Да. Его на оружейный магазин проехали. А там купить сейчас можно? Я не знаю, давай проверим. Чё теряем-то? О, точила. О, ещё одна точила. Можно. Купить патроны. Для базуки побольше, снайперку. О, из оружия в арсенале появилась эта винтовка, лазерная винтовка гадюка. Да, да, у меня она. Можно апгрейдить. Что-то у меня денег нет. Все вложил в скиллы. Так, там была где-то прикольная точила. Вон она, ну. Уже не запрыгнуть, о боже мой. Три тысячи километров, ой, три километра. Три тысячи километров, я бы здесь сам бы откинулся, просто наехал бы вперед. А поворачивать влево-вправо? Компьютер бы делал. Ворота великие. Ну
It's my life. Играет? Да. Да ладно. Ну я настроил. На перегонки, чувак, давай, такси, давай, 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 давай. Скоро приедешь? А чё он стрелять по мне сразу начал? Вот урод. Да, у меня есть менты, потому что на хвосте. О, идиот. Знак на нас. А, черт, уже нет. Знак на нас? Ну, знак 35 километров в час был. Или 35 миль. What the fuck have you been smoking? Убежище Кинзи. You can hit the light. Не было Пирса с нами. Homie. I don't see a bed. Sleep is forbidden. What the fuck did the Deckers do to the chopper? Matt must have hacked into its flight computer and fried it with an EMP. You can do that? Он все ворует? Worse. If Matt gets the Decker Usenet plugged into its central power grid, it's... А не, он показал нам. It's bad. I said, how do we nail the Deckers? If I could run into their mainframe, I'd do all sorts of things. But I don't have the gear for that. What would you need? Something like this. That's one of the most powerful learning computers in North America. And Stag's got one. Thanks for the tip, Agent Kensington. Damn it! Wait, that punk kid is Matt? That punk kid is the cyber god who just crashed your helicopter. Cheers! His people are probably halfway to the computer by now. Go! Нигрила. Единственный пока, кто веселит в этой игре. Нигрила? Да. Как бы, о... А чё вы в моей тачке делаете? Стоят, блин. Пошли с моей тачки вон. О, 2400 километров. Назад, откуда приехали. В пиар-центре? Кабан. Ну, это не очень хорошо. По идее. Да, вообще без разницы. Ну это же плохо. Их там будет много. Еще больше обидятся на нас. Да что ж эта машина такая неповоротливая, как говно. Еще дождь идет. PR-центр. Это написано по отдельности еще. О, звонок опять. Are you there yet? Calm down, we'll get there. I don't want that little bastard beating me again. Don't worry, he won't. Kins is a little high strung, don't you think? For someone who spends most of her time glued to a monitor, I'm surprised she's still sane. You sure she still is? Looks like the Deckers started the park. Well, guess we're crashing then. Что, уже почти приехали? Ой. Уже приехали. Сейчас убьют. Так, меня убили. Да как так? Это называется...
Взрыв моей машины, наверное, я не знаю. Так, ну со снайперки убить их говно вот это вот. Все, убит лично. Так, теперь гранатами. А, пойду просто внутрь. О, плохая идея. Совсем? Очистит лобби сразу дали нам. А, у меня есть гранатомет. Думаю, он поможет немного. Немножко помогает. Братка заломали. А где он? Ага. Блин, они разговаривают по громкоговорителю и спорят, кто из них круче. И? Пока мы здесь сражаемся. Пипец просто. Хорошо вышли. О, танк! Don't worry, love. Tank is off limits. Really? Of course not. Have you gone mental? О, танк! They never had the chance. А подожди, а где этот негр? Не знаю. Я выжигаю. А ладно, в жопу тогда его. Ой, я по нашей машине проехался. Ничего. Подожди, я, кажется, негра видел. Может, он у нас уже? Надеюсь. I can't hear you, Kinz. Ugh, use the machine gun then, not the cannon. It's okay. У тебя есть machine gun? Да. Отлично. По колесикам. О, повредите чуть-чуть совсем. Ну да. Упс. Черт. А я его взорвал. Ну, может быть, это я его взорвал. Я думал, он плохой совсем. А теперь ты теперь в танке. Ой, говно какое. А я зайти в него вообще не могу, потому что негр сидит наверху. Okay, точно не можешь? Не, ладно, я возьму обычную тачку. У тебя есть правой кнопкой пулемет. Там же еще одно место на крыше есть, где может кто-то сидеть, я явно вижу. Может быть. Попробуй, давай. Я уже рядом. Что это за машина у тебя? Разваленная. Стреляй там по колесам из автоматика. А, я горю! Ну садись в танк. Нет, тебе нужна тачка, тачка обычная. Ты Е. Я нажимаю Е, он не делает ничего. Я пойду возьму пока тачку какую-нибудь. Нашел там какую-то тупую. Ой-ой-ой. Не, говно тачка. Что это за тачка? Да, это лучше будет. Having fun yet? Oh, Jesus fucking Christ. You that slag Kensington ready to beg for mercy? Are you ready to shut the fuck up? Oh, look at you puffing your chest like you're someone. Там одно колесо надо всего лишь. You better understand that you have no tactic I haven't planned for. Ну блин, я не могу попасть по нему. А нет, вот попал и еще одно. Ну вроде все. Нет, я одно еще вижу. А вот это типа отмечено это колесо? Эй. Окей, сейчас. О боже мой.
Блин, за ним столько едут с этих тачек, что они мне мешают. Тебе никак не показалось, что я твою тачку помял? Эту нет. Ладно. Все. Это выглядит забавно. Прошлую ты помял. Она просто в лепешку, ты мне едешь. И все нормально, типа. Окей, а мы на раздолбанных колесах привезли все-таки. Да. I'll give you 50 bucks, pick out a nice one. Funny, I'll explain it all once this thing's set up. 10 000! Неплохо, а авторитет поднялся неплохо. И что теперь? Ничего. Сохранение. Еще денег можно поднять. Две руки, автоматы. Ммм. Ну, еще нет 21 левела, так что. Не 21, но у меня нет денег. У меня есть деньги. Улучшу бег. Новое задание. Остановить загрузку. А? Может, начать сразу, по идее. Что? Задание новое. Может, в следующей части? А мы в этой части, по-моему, одно задание сделали. Да? Вроде как. Ну давай тогда еще одно. Как близко. Да. Удивительно. Да. Первый раз. I'll explain it again real slow. I want to broadcast your subconscious into the Decker Usernet. Then you'll be able to interact with the avatars of users and corrupt the abstract representations of data that are the cornerstone of their online operation. To do that, I need... A Nemo chair, of course. A what chair? Nemo, neurological electromagnetic oneiroscope. The KGB destroyed the only one in existence. Deckers have one. Impossible. How could they miss the signal? They're keeping it here. Clever. Okay, nerd time is over. What is this thing? And Kinsey, for fuck's sake, keep it simple. I need the chair to stop the Deckers. Thank you. Вот, вот, вот сразу понятно, отлично. Да. Стул дайте ей. Что это за миниван какой-то? Говно какое-то. О, боже мой. Ладно, ты веди тогда сегодня. Ну! Почти снес. Подсветка внизу есть, круто. Да. Ну вот, полиция за нами будет, наверное. Вроде нет. А вот синий, да. Что у меня дверь открылась? Что музыка не играет? А, отлично. Нет, все равно не играет. How about some music? No, thanks. Come on, some techno or dubstep? That's what the kids like, right? Not interested. You don't like easy listening shit, do you? God, no. Then what? 80s rock? Death metal? Hardcore gangster rap. Get the fuck out! Там строители работали. Я никого не задел. Одного ты чувака убил. А чё, может, за нами? Ну вот только что сбил стаговская, но пофиг сильно. О боже мой. Так, канал остальных сломан. Ага. Тогда я высажусь. Зачем? Ну, она, думаешь, будет взламывать? Ну да. А, черт. Ну ладно. Скоро добегу. Чё-то мне, кто-то мне сказал Run Forest. Buy me the time to shut down this power node. You got it! I'm dry! Poor bugger never had a shot! Странно, на знаке написано YELD. Что это позначило? Что бы это значило? Что бы это значило? I've seen better. Mind keeping it down out there? You're joking. Sorta. В смысле? Смеешься? Здесь никого вообще нет. That's one. Two more to go. You fit right in at the FBI. Музычка, 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 музычка.
Опять она села и пропала музыка. Не, нет. Какой-то рэпчик французский. Странно, у меня на моем пропадает. Блин, я тут не смогу выехать. На... Да ёб твою. Ну давай! Подтолкни. Гори! Стоп, граната, электромагниты. Надеюсь, побольше уже народу. А, ну куда ты встал? I always come out on top. Imbecile. Maybe you're as good as they say. Могильщик? Какой-то новый дробовик? Ай, говно. Да, куломет обратно взять. How's it going in there? These things take time. You should have let me handle it. Что делаешь? Мусор ломаю. Делать нечего. Two down, last one, and we're in business. You could do more damage if you try. 200 метров. Чуть меньше. Там конца переднего нету. Да, я его потерял случайно. Ну и тормозной путь. Хуже, чем у моего велика. Pay attention now. I don't think they'll surrender. Saints can't lose. О, подъехал. Блин, тупая лестница. Да. Ну что это за, блин, пипец, шмовуху. Там где-то еще едет он. Now we go up in a helicopter. A helicopter? They could be keeping the chair anywhere. I have to triangulate its exact location first while ладно, you... Ладно, я сварю у них тачку. Got it. See? Все равно до одного места доехать. Where's it landing? In front of the plant. Мне сложнее ехать. Ну ты мог тоже заменить на другую тачку. Что за бред? Я застрял. А нет, все нормально. Нам сюда? Да. Нет, дождитесь вертолета. А, ну вот вертолет летит. Отлично. И сейчас мы с вертолета будем стрелять. Только, пожалуйста, не говорите это. Так, кто за рулем? Ты? Нет. Я стреляю. Да, только лазерная винтовка доступна. Ну да. А у тебя? Ну да. Нет, у меня это... Тогу 13. Блин, сделать электростанцию синим цветом. Типа под цвет этих бандитов. Умно. Куда, туда? Окей. I need a new hobby. Again. Музычка. Вся как надо. Я умер. Я почему-то отпустил парашют. That's what I said, wasn't it? Нам надо вниз, да?
какой идиотизм там прыгать. А, теперь все оружие вернули. Что за... Это хорошо. Оу. Ну ладно. А у него тут прикольно. Неплохо. Единственный минус, что это реактор. Ну не ядерный же, или ядерный? Ну, похож на ядерный. There are no challenges left. Будешь умирать, пиши письма. В смысле? Ну, свистни там, не знаю. А, да не, вроде нормально. Ну, отключаем. А, отключил. Ну и теперь что делать? Убивай. О, не, я зря музыку. Блин, я музыку вырубил. Ох ты, мудила. Зато миссия пройдена. 10 тысяч. Жилье-реактор. Это новое жилье. Офигенное новое жилье. Только появились неизвестно где. Ну, все. Всем удачи, пока, увидимся. Да, как-нибудь. Сейчас кнопку найду. Все, всем удачи.